Ну что, уже соскучился, небось, да? Мы снова в аэропорту. Я и Галина. В общем, летим на Гоа. Как обычно, у Галины денег, и именно поэтому мы не кушаем. Я кругом. Поем все равно. Продадим твою шапку. Know your place, yeah, know your place, yeah. I got links to hit like right now, I'm impatient. I got women on the cell trying to give me hell, yeah. I still wishing, wishing. Ребят, произошло чудо. Что сказал пилот, то, что 35 человек опаздывают на рейсы, и, к сожалению, ждать мы их не будем. Поэтому я сижу рядом с Галей у окна. Ну, в общем, чего, вот это номер, Галя. Страх. В общем, вот мы в Норвегии. Это океан, галечный пляж. Галечный, Галя. Вот наш домик. Вот это все наше, короче, вдоль. Норвегия очень странное место. Если честно, я очень хотел в Адлер поехать, в Сочи. В Диснейленде, Франция. Yeah, this is... Yeah, come on, go! Сегодня солнечное впервые. До этого мы гуляли, был ветроду и так далее. Мы в Сочи гуляли. Поесть вечером 700 рублей. Собственно, вот вид и из окна нашего. Йоу, сегодняшний день в Испании. Вы слышите? Это всегда меня перебивает. Хочу сразу поставить точки над «и». Да, я всерьез занялся видеоблогом. Я теперь блогер и точка. Часто будут выходить влоги с путешествий вот с этой замечательной девушкой. Возможно, девушки будут меняться. У меня карточки от номера, что ты смеешься? Ну, меня пускают в разные номера, поскольку за нас заплатили. Ну, иди ты в разные номера. Ну что ж, у нас уже, как видите, настроение поднялось, потому что вчера был дождик. Вчера мы занимались сексом целый день в номере. Это шутка. Вот Галя фоткает птиц. Вот решено. Мы в Непале. Вашу мать, ебать. Это столовая номер 17. Вот этот весь обед обошелся нам 145 рублей. 145 рублей я в Москве обычно покупаю липтон себе. В общем, у Гали на полароиде остался один кадр. На фотоаппарате, который я ей подарил, конечно. Когда мы просили в аэропорту нас фоткать, либо еще где-то, фоткали почему-то не нас, а стены. В общем, надо найти нормального человека, не рука попова. Дело не где мы находимся. Италия, Испания, Майами, Калифорния. Дело в любви. Где мы находимся? Сейчас я спою специально для Гали. Я так хотел вернуться в май-май. Только наступила осень. Пора спать, бай-май. Завтра вставать в 8. Понравилось? Да. Тошнит, понятно. Сделал меня одиноким. Что я типа один хожу здесь, ищу камни. То есть давай, вот тут я музыку наложу. То есть я ищу камни, смотрю на них, нюхаю камни. Бросаю камень, встаю, плачу, смотрю на море. Иду дальше. Ну что ж, как мы и думали,
Покажи им кадр. В общем, мы его, возможно, выкинули и насрали еще на него вдобавок. Знаете почему? Потому что мы попросили сфоткать нас. Короче, он был вообще весь пересвечен, и нас даже там в принципе не было видно. Мою принцессу хотели только что увезти на карете. Ну, как вы уже давно меня знаете, дело не обошлось без драки. Поэтому я не показываю свое лицо. Ладно, не хочу, вот так покажу. Мы встали в 8.05. А экскурсия 8.20. У Гали не получилось снять деньги, нам пришлось бежать в номер, на нас все орали. Единственный плюс экскурсии, у нас есть замечательный экскурсовод Амарчик. Хотели бы поблагодарить его. Где он, Амарчик? Куда Амарчик без нас уехал? Вот тот замечательный человек, про который я рассказывал. Амар. Не позавтракав, мы пошли на дегустацию вина. Галя уже пьяная, она успела проблеваться. Прихорашивается для Амарчика. Чтобы Амарчик заметил. Давай, скорее красься. Сейчас Амарчик придет. Жалко, раньше не успел. Если бы я знала, я бы встала в 6 утра. Ну, мы приехали покушать, собственно. Вот наш чай. Еще разок стой. И на горы. Вниз и на... И на горы. На горы. Вот к такой штуке мы приехали с Галей. Ну вот к этой я имел в виду. Мы расскажем про шарик? Я погладил собаку, и от нее дурно пахло. Вот и вся история. Теперь я воняю говном. Вадик, ты чуть-чуть левее, если ты можешь. Да, давай. Вот мы и пришли. Вот, смотрите. Ну, типа, ничего необычного. Стандартный вид. Вообще. Don't worry about the tag, go and throw it in the back, cause I got it good. Что хотелось бы сказать. Если вы хотите красивых фоток или видео, берите красивый штатив, пожалуйста. Просто... Не рассчитывайте на экскурсию. Да, вот то, что все уже просили раз пять. И может, вид на вот эти горы... Да, да, я скажу. И попку засунь пальчик. Ребят, хотите покажу, что чувствует Галя, когда меня видит? Куда ты пошла? Иди сюда. Наш день подходит к концу. Очень тяжелый денек. Видите, лавочка одинокая, море и все, в принципе, что нужно. В общем, мы приехали с... мать, с озера. Абхазия — клевое место. Поскольку мы приехали, теперь немножко поподробнее про скопок Гали, который взяли на границе. В общем, когда мы переправлялись из Сочи в Абхазию, сказали женщину, мне кажется, у вас что-то неладное с скопком. Пожалуйста, пройдите в комнату, для взятия... Самый вонючий скобок у Тёмы. Взяли чайную ложечку, Галя нагнулась вот так вот попкой кверху, и все полицейские собрались, и давай скобки брать. Взяли скобочек. Из всей группы сказали. Ребят, честно, давайте все решим. Все решим, пока мы тут. Чей самый вонючий скобок у Галины, правильно? Это я придумала. Все, решено? Все пожали друг другу руки. Что такое скопок, я напишу снизу. Ну что, пойдем в душ. Хорошее предложение. На этом наша ниточка оборвалась. Скорее всего, мы расстанемся. В общем, ребят, все это была небольшая миниатюра от нас с Галей.
Сейчас мы идем в пиццерию. Сегодня за ужин платит Галя. Давай так, что ожидает Галя Пикчерс? Ожидаю благополучное возвращение домой. И небольшой секс-экспириенс, правильно понимаю? Ну да. Собственно, вот наше излюбленное место. Здесь мы кушаем пиццу. Это бриллиант подарил ее, кстати, я. Обои, бриллиант красный, зеленый. Там все бриллианты, не надо перечислять. И слишком долго. В общем, завтра мы планируем... Давайте, я уже забил, что меня вообще здесь не слышат. Говорит Галя. Просто хотела сказать, на секундочку, мы купили сыр косичкой. Теперь наконец-то я скажу, и меня не будут перебивать, как мне вроде кажется. Сегодня мы тухли, потом мы сходили в Магнит, купили еды, пивенский. А затем пришли в номер, занялись сексом. Смущался. Так сказать, ну, секс, сами знаете, что это. Сексом позанимались, короче, ты меня сбиваешь. После секса мы решили, ну, конечно, выкинуть презервативы, нам все это понятно. Gracias. Скажи по-абхазски пока. Не-не-не. Пошли нахуй! В общем... По-моему, получается, в Сочи заехали? Мы в Адлере были все это время. Мы час ездили по Адлеру. Мы вышли в какой-то Пенсильвании. Здесь они вампиры, мне кажется, живут. Мы сели в автобус. Ну, честно, вот во время всего блога, заметьте, вот Галечка, моя любовь, будет меня каждый раз перебивать. Но ничего, я буду пытаться рассказать хоть одно предложение. Увозит машину. Мы сели на автобус, который возил нас... Мы живем в Адлере, давайте так. Мы живем в Адлере, и автобус... Да Мы живем в Адлере и сели на автобус, который везет прямо до горки города, до Красной Поляны. Этот гаденыш, вонючий, возил нас по Адлеру ровно 1:07. Я как будто заказал экскурсию по Адлеру, мне она не нужна была. В итоге мы останавливались каждый километр. Наконец-то мы на Арбат приехали. Ну что, ребятки, вот момент X. Галя уже трясется, как осиновый лист. Все. Двери закрыли. Ой, трясется даже. Ой, что-то. Мамочки. Все, сломался. Блин, этот вонючий знак Сбербанка. Это, кстати, реклама, ребят, реклама. Нам платит Сбербанк за рекламу. Мы пересели на самую максимальную высоту с моей любимой красотулей. И сейчас мы поедем в невероятную сказку. Чтобы вы понимали, мы на высоте 1500. И как бы не видно, уже начинается небольшая паника у нас, расстройство. Мы с Галей взяли самые дорогие билеты, так как есть деньги, на самую высокую точку, так сказать, в горах. Все хорошо, честно. Но есть один маленький нюансик. Один. Вот слева должна быть вот где-то там черная пирамида. Высокая гора. Я вижу. Смотри. Вот это круто. Ладно, отменяется. Просто мы до этого не видели. Поехали. Работаем. Все увидели? Да, ребят. Вот, в принципе, все горы, которые мы хотели посмотреть. Красота невероятная, ребятки. Холодно, ничего не видно, мы нищие. В общем, ребят, сейчас у нас небольшая остановка произошла. Стоим, наверное, дабы смотреть горы. Черную пантеру, Кавказский Урал, Закавказье и самая лучшая любовница горы. Спасибо тебе, друг. Здесь же внизу. На 2000 было еще лучше. Да не, давай посмотрим еще. Наслаждайся горами. Пробочка у них организовалась. Съезжайте других, не подвергайте никого опасности. Контролируйте скорость. Бум.
В общем, дела обстоят так. Ты очки свои показывал уже? Да, собственно, сейчас покажу. Вот, вот мои очки. Как дети, говорю, сидим с кольцом искусственным, в шубе искусственной. С дорогим кольцом, говоришь, как дети, и пьем Липтон. Хорошо. Сука моя. На самом деле, говорю, на ладно. Может, я тебе теперь? Para bailar la bamba, para bailar la bamba, te necesito una poca de gracia, una poca de gracia pa' mi pastilla, y arriba, y arriba, ay, arriba, y arriba, por ti se... Холодно! Как вам мои трусики, кстати, новые? Italy. Hold on, oh no. He didn't walk up with that, how you doing? When he came in the... He said there's a lot of girls I can do it, but I can't with them. Do him forever in a minute. That's on my night. And Tyler says he got Milo in him. He got me feeling like... Вот, ребят. Мама. Это очень громко. Концерт кончен, мы улетаем. Всем спасибо. Куда летишь? Сан-Франциско.